«Планета людей». Первый выпуск нового 2016 года. Читайте в январе. Всего через несколько дней после запуска в коммерческую эксплуатацию связи, позволяющей воспроизводить голографические изображения подключенных абонентов, Олег Андрейчук провел для дистрибьюторов Vision первую голографическую онлайн-конференцию. Официальный сайт Vision номинирован на премию Webby в категории «Здоровье». Эксперты называют корпоративный интернет-ресурс компании настоящей Google Википедией по здоровому образу жизни и считают, что сайт Vision – главный претендент на победу в конкурсе. Запуск электронной системы ГОС 2.0 ожидается к концу следующего года. Специалисты Vision начали тестирование технологии, которая при желании пользователя позволит по показаниям датчиков, установленных в компьютерной мыши, выводить на экран только те продукты интернет-магазина, которые рекомендованы к использованию конкретному посетителю ГОС, находящемуся за компьютером. Совместно с рядом мировых корпораций, объединивших свои усилия в робототехнике, Vision разрабатывает модель робота Osbot. Osbot – это домашний робот-диетолог и тренер по фитнесу, искусственный интеллект которого базируется на разработках всемирно известного эксперта по здоровому образу жизни Оза Гарсии. Светлана и Павел Дубровы, на вилле которых в Майами проходило тестирование пилотной версии Osbot, делятся впечатлениями. Дизайн продуктов и упаковки Vision, созданные при участии известного художника Пьер-Анри Матисса, представлены в рамках специальной экспозиции промышленного дизайна в Нью-Йоркском музее современного искусства. На открытие выставки приглашены лучшие дистрибьюторы компании. Репортаж из США. Известная сеть ресторанов органического питания расширяет сферу сотрудничества с Vision. Специальный проект Vision Menu и специальная скидка для дистрибьюторов компании. Обо всем этом подробнее в эксклюзивном интервью ресторатора Аркадия Домикова. Будущее нанотехнологий. Уже через несколько лет биологически активные добавки Vision будут использовать наночастицы, доставляющие полезные молекулы напрямую в клетки. Материал о ходе исследований Всемирной организации здравоохранения, ведущихся при поддержке Vision. А также в номере репортаж о подготовке Vision Voyage 2016 и полный список дистрибьюторов, квалифицировавшихся в первое космическое путешествие компании. «Планета людей». Читайте в январе 2016 года. Уже в продаже.